Всем салют, ждем Дениса Земченко, который совсем скоро к нам подключится, и поболтаем с ним в режиме карантина. Ого, 113 человек вас уже, видимо, тоже соскучились. Сейчас мы дождемся Дениса. Все, подключение идет. Ура, ура. Здорово. Здорово. Я не так часто бываю, поэтому иногда посматриваю трансляции, но чтобы присоединяться и участвовать. Ну что, как дела? Давай, рассказывай. Ты сидишь где вообще? Как будто не дома. Ты же дома. Не, я сижу на балконе на самом деле. Вот. В Питере погода такая, что... Сейчас покажу немного. Такая, что... Ну, конечно, грустно сидеть дома, но когда дождь, перемена там со снегом, в принципе нормально. Вот. Конечно, сидеть... Не очень весело, мы уже переделали все домашние дела, я думаю, как и все. Вот, осталось немного. Конечно, у нас бывают вылазки на улицу, вынести мусор, там, купить что-то самое необходимое, но реально по минимуму. Вот, мы пытаемся действительно самоизолироваться ради близких, ради пожилых людей, которые присутствуют. Ну, еще есть такой момент, мне кажется, когда ты... Вот у меня ребенок выглядывает во двор и спрашивает: папа, а почему это вот там гуляют? Нам нельзя. Ну, нам не то, что нельзя, просто мы вот так сами выбрали, потому что у нас же нет сейчас ситуации, когда карантин, когда загоняют. Но зато есть время заняться семьей, там, самообразованием, образованием дочери и так далее. А давно уехали в Питер-то? Моя семья уехала 3 недели назад. А я приехал буквально в воскресенье вечером. А в Казани кто? Много ребят вообще осталось, не знаешь? Я думаю, половина ребят осталось. Кто-то еще семейные вопросы решает, кто-то не успел просто переехать. Давай сразу про горячий, тут все уже спрашивают про Эрвина. Как у него дела? Общались ли, самое главное, виделись, не виделись, до, после? Нет, к сожалению, повидаться точно возможности не было, потому что когда он... после небольших выходных, которые были после нашего последнего тура с Сургутом, он улетел во Францию, и когда он вернулся, его уже никто не видел. Поэтому мы с ним не виделись вживую, болтали только вот так же по фейстайму и так далее. Честно говоря, думали, что он должен был в прошлую пятницу выйти из карантина, а он вышел в четверг, и ребята успели снять сюжет. Ему узнали, что он быстро-быстро последним рейсом успел улететь во Францию. Да вот. Но после этого не виделись, потому что какие-то уже из командной жизни переместились в личную, в каждую свою семью, вот заниматься какими-то повседневными делами. Главный еще вопрос, не все знают, ты остаешься в Казанском «Зените» на следующий год? Я остаюсь в Казанском «Зените», да. Что все знаете, что Денис Земченок остается на следующий год в Казанском «Зените», не остается, к сожалению, Алексея Вербова. Как с ним команда успела ли попрощаться, вообще обсудить? Известно, да, что он отправляется в самостоятельное плавание. Кстати, для всех наших зрителей, кто подписан на «Зенит ТВ», совсем скоро, ибо время есть, мы сделаем, уже выпустим интервью с Алексеем Игоревичем. Ну, а пока вопрос к Денису. Да, конечно, не секрет, что Алексей Игоревич Вербов уходит из «Зенита». К сожалению, наверное, но это его выбор. Когда мы виделись в последний раз, у нас было такое подведение итогов. Вот именно внутри команды, да, мы встречались с ребятами, и был тренерский штаб. Вот, на тот момент мы еще не знали, что... И он сам не знал, что он уходит. Вот, поэтому, не было ничего, никакого вот этой темы не поднималось. Это никак не обсуждалось. Вот, он принял решение уже после этого, через пару дней. Никакого прощания мы сделать не успели, потому что он тоже с семьей быстрее отправился в Москву. По иронии судьбы, мы с ним увиделись на трассе. Он ехал и просто догнал нас. Мы с Валентином Кротковым ехали вместе до Москвы. Вот. И увиделись, остановились на заправке, вот, поболтали немного. Ну, так обсудили буквально 5-10 минут было. Но пришли к выводу, что все равно еще увидимся, да, может быть, в другую сторону баррикад в следующем году, но будет время где-то там побольше посидеть, обсудить, поболтать, как-то увидеться уже по-дружески. Ну, как тебе с ним поработалось-то в этом сезоне? Потому что все говорили, что по-другому, другая школа, можно так сказать, подход. Да, конечно, подход другой и школа другая, но мне кажется, что
любому, даже самому великому игроку, ему сложно перестраиваться сразу именно вот в этот режим, потому что режим тренер, да, это другая ответственность, другое принятие решений и так далее. Вот работалось замечательно, и тренировочный процесс, и в плане общения, в плане индивидуальной работы, и подходу, как много времени уделялось и каждому игроку, и статистике, и вот каким-то элементам. Я не могу назвать никакие минусы, мне все понравилось. Наверное, главный минус – это результат, к сожалению, да, наш. Вот. Но в целом я бы очень хотел в будущем где-нибудь пересечься. Он очень интересный человек, очень интересный подход у него, очень много выделяется психологии. Наверное, многие говорят, что вот у иностранцев другой менталитет, у нашей старой школы, да, он совсем отличается. Вот у Вербова менталитет очень современный и очень вот ориентирован на построение именно команды, командного духа, психологии. Но, наверное, нужно пройти через несколько сезонов, когда ты самостоятельно вот, это все контролируешь и строишь команду. Потому что без опыта, без проб и ошибок не получается. Вот, конечно, был сложный опыт для него. Первый сезон самостоятельный, сразу такая ответственность, сразу такая команда. Вот. Я думаю, годика 2-3, и он будет полноценным, очень таким весомым тренером прямо на мировой арене. Я верю в него на 100%. О, Валентин Голубев у нас еще подключился к эфиру. Не знаю, есть ли из вас те, кто не подписан на ZTV, обязательно подпишитесь, потому что у нас на канале 99 900 с копейками человек, и когда будет 100 тысяч, мы станем первым волейбольным клубом в мире, который заслуженно получит серебряную кнопку YouTube. Вот. Так что обязательно подпишитесь, если вы вдруг не подписаны. Про Романыча. Соскучился он? Готов? Возвращается? Уже глаза загорелись? Да, он возвращается. Я думаю, если ничего в мире не изменится такого, потому что много изменений, я думаю, все будет именно так. Да, конечно, у него были определенные со здоровьем вопросы. Он их, конечно, весь год решал. Еще, наверное, не до конца восстановился. Я очень надеюсь, что за лето у него это получится. И да, я думаю, определенная перезагрузка была. Посмотрел со стороны. Он сам говорил, что это иногда важно и полезно вот так вот со стороны понаблюдать за процессом. Поэтому да, со свежими силами в бой. Тем более, что нужно восстанавливать то, что утрачено, звание, титулы и так далее. Очень-очень большая мотивация. Ну да, я думаю, он в первую очередь для этого приходит. Чем ты занимаешься дома вообще сейчас? У тебя насколько весело? Семья? Все дома? Семья, конечно, да, все дома. Сложно сказать, развлекаемся как можем. У дочки есть образовательная программа определенная, ей в садике предложили дистанционно, но она не такая уж обширная, поэтому, когда она занимается, мы там занимаемся своими делами. А так проводим время вместе, читаем, смотрим фильмы, сериалы нет, пожалуй, потому что трудно найти сериал, чтобы всей семьей посмотреть прям. Слушай, ну ты очень начитанный и образованный человек, читаешь? А если читаешь, то что? Вот сейчас у меня не очень хватает времени, чтобы читать то, что мне интересно. В основном читаем всякие азбуки, чтение для дошкольников и так далее. Последнее, что я читал, точнее, я слушал аудиокнигу Элона Маска, его биографию, пока ехал в Питер. Мне очень понравилось. Вдохновляют, когда люди, ну не то что против течения, а вот у них есть свое мнение, и они готовы добиваться своей цели, несмотря ни на что. По компьютерным играм как у тебя? Гамаешь во что-нибудь? Да, иногда бывает. В последнее время это, наверное, Underlords, потому что мультиплатформенная, потому что и на телефоне, на iPad, на ноутбуке ты не привязан к какому-то определенному месту. Естественно, сетевая. Мы часто, бывает, рубимся друг против друга, вызывает много положительных эмоций. Ну, конечно, игра требует, чтобы чуть-чуть в нее вникнуть, разобраться, но, в принципе, ничего сложного. Сколько гречки дома, сколько туалетной бумаги вообще закупался, не закупался? Нет, не закупался. С туалетной бумагой проблемы нет. Я не вижу дефицита в магазине. Греча не мой любимый продукт вообще явно, поэтому я бы не страдал, даже если был бы сильный дефицит.
Слушай, до готовки-то дело доходит? Есть время, желание или все-таки жена? Да, конечно. Конечно, готовить приходится. Приходится каждый день и не по одному разу. Если раньше можно было куда-нибудь выбраться, там, в кафешку всей семьей, сейчас это исключено. Поэтому каждый день готовим, да. Да, там нам подсказывают. Мы видим, просто я не могу всех приветствовать. Павел Сергеевич Сутюхин с нами в чатике тоже он смотрит. Денис тебе тоже привет передает. Да, да. Всем привет. Да, я... Зём, вообще есть какое-нибудь понимание сейчас, что дальше? Вообще на связи с клубом? Что ждать или просто пока просто ждем? Никита Алексеев к нам еще подключается. Здорово. Да, привет, Никитосы. На связи с клубом 100%. Только вчера прошла информация, что так как до конца апреля вот такой режим сохраняется по всей стране, поэтому мы поддерживаем какую-то маломальскую физическую форму дома, насколько это возможно. И, возможно, в мае будут какие-то промежуточные сборы. Не знаю, как это будет выглядеть. Я думаю, пока никто не знает, даже те, кто это будет организовывать. Вот. Но так как чемпионат, так как сборной не будет, так как все незадействованные отдыхают, 4 месяца практически, возможно, это слишком много для отдыха. Поэтому, даже так? Скорее всего... Да, будет какой-то тренировочный процесс небольшой такой. Вот. А сам ты как вообще следишь за новостями? Насколько все вот... То есть я, например, читаю все, и вся вот эта лавина просто информации с этим вирусом, она прям уже убивает психологически. Ты как, следишь, не следишь? Я, конечно же, слежу, но, честно говоря, меня информация совершенно не убивает психологически. Да, наверное, там вчера, сегодня, завтра в мире уже больше 1 000 000 заболевших, да? Но то, что происходит у нас, и вот этот вот режим, мне кажется, люди достаточно подходят к этому осознанно и пытаются уберечь себя. И мне кажется, это работает в России не так много. Конечно, новостей очень много спорных, их сейчас можно очень долго обсуждать по поводу того, насколько правдива информация там, по той стране, по нашей стране и так далее. Но я вообще не склонен вот это все драматизировать. Понятно. А чемпионат завершен, «Зенит» серебряный призер. Как тебе такое вообще решение? То есть, в принципе, наверное, все к этому шло, да? Ну, насколько обидно, не обидно. Например, даже Евгений Старцев из казанского «Динамо» сказал, что ну, нет такой радости от их чемпионства. Как вы с пацанами вообще приняли это решение? Да, приняли, наверное, как решение необходимое и, скорее, даже неизбежное. Потому что доигрывать его каким-то образом сейчас, во-первых, это было бы без зрителей, то есть это уже такое половинчатое, уже было бы. Но, конечно, без плей-оффа ну, совсем не то. Не то пальто, потому что многие команды, они и подходили к тому, что нужно было попасть в шестерку, а там уже бы все решалось. Да, они не делали ставку на то, чтобы вот именно регулярку сыграть. Максимально заняв высокое место, потому что, по большому счету, это будет ну, не так важно уже. А надо сейчас доллары с евро покупать или нет? Я думаю, нет. Я думаю, уже поздно. Если бы это сделать 1.5 месяца назад, то да. Сейчас говорят, что намечается... Доллар с евро же у нас сейчас так сильно подорожал, потому что нефть такая дешевая. И вот намечается в понедельник встреча министров тех стран, которые... принадлежат к этой ОПЕК организации. Возможно, они к чему-то договорятся, и валюта стабилизируется, по крайней мере. А может быть и нет. Ну, нужно следить за новостями. Здесь, как говорится, держим руку на пульсе. Вот. Но чтобы с этого сильно выиграть или проиграть, я не думаю, что это получится не у профессиональных экономистов, трейдеров и так далее. Слушай, у тебя нет сейчас ощущения, с некоторыми спортсменами общались, что как будто все как в фильме. Вот сейчас. Я, к сожалению, не смотрел эти фильмы, хотя мне советовали фильмы про... Посмотри, клёвый. Вот. Да, да. Но почему-то жена наотрез отказывается, говорит, страстей и так вокруг хватает. Вот, ну как-нибудь выберу время. Да, наверное, есть такое ощущение, потому что это впервые у многих, наверное, у большинства, если не у всех, вот такой режим. Когда были какие-то шальные 90-е, да, я был совсем маленьким, мне трудно сказать, что там было, но вряд ли люди из дома не выходили. Но вот именно уникальная ситуация, она, наверное, вот такие параллели позволяет провести, что как в фильме. Да, когда ситуация уникальна, кажется, что когда такого никогда не было, кажется, что как в кино.
С кем последним из ребят общался из команды? Из команды? По телефону или вживую? Ну, давай по телефону. Вживую сейчас сложно. Да, переписывались вчера всей командой. Сегодня с Кротковым тоже общались на тему, как там дела в Москве. Вот. И как там дела в Москве? Как там дела? Ну, после вчерашнего сообщения о том, что все это продлится еще до конца апреля, у него сложилось впечатление, что люди психологически многие не выдержали и сказали, что я месяц все равно не просижу дома. Угу. Вот. Поэтому машин на улице стало больше, людей стало больше. Вот такое ощущение, что до этого неделю держались, терпели, а тут поняли, что нет, не осилят. И поэтому многие все равно нарушают режим. Зем, как поддерживаешь физическую форму? Что делаешь? Небольшие тренировки провожу. Можно проводить... Ну, у меня дома есть RX, да, вот эти вот петли. Они помогают. Помогают разнообразить, скажем так, упражнения. Есть лестница, которая... Ну, в смысле, не у меня в квартире, а у меня дома. Да. И какой-то комплекс... То, что можно найти просто массу различных упражнений, там, отжимания, приседания с разными всевозможными видами. Вот. Все это стараюсь комбинировать. Ну, конечно, какую-то прям форму набрать невозможно, но, по крайней мере, совсем не растерять. Пожалуй, можно. Уделять себе 50 минут в день, там, 40-50 минут, этого вполне достаточно. Вполне достаточно. Конечно, ну, сейчас 40-50 мы не уделим, но давай вот вместе с нашими подписчиками и зрителями сделаем пару упражнений, там, поприседаем или что ты хочешь сделать. Мы с тобой договаривались. Так что все остальные тоже вставайте со своих мест. Мне кажется, это отличный курс. Но у меня будут такие, я попытаюсь немножко разнообразить, потому что упражнения в одного вы найдете везде. Вот. Я дома подключаю иногда там дочку и жену к упражнениям. Первое упражнение – это практически банальное приседание, но мы будем использовать утяжеление, если у кого-то дома есть подобный инструмент. Это одновременно и весело, и полезно. Весело? Приседаем? Окей. Приседание, да. Но, соответственно, можно использовать всех членов семьи и получать разную степень нагрузки, вот, без весов в зале. Но вот подобное... Очень даже разнообразит ваш досуг, сохранит вашу физическую форму. Окей. Дальше как можно? Давай, ложись. Как еще можно? Ложись перед ногами. Немножко можно прокачать и руки. Тоже будет весело. Поработаем над бицепсом. Это топ, Зёма. Ну, а другие банальные упражнения, когда вы делаете всевозможные выпады, приседания, отжимания, это то, для чего не нужен абсолютно никакой инвентарь, вы найдете в интернете. Но вот я просто советую подключать детей, жен. Это совместное времяпрепровождение, оно, наоборот, укрепляет семью. Вот, так. Короче, как-то и с пользой проводить, и с весельем. Привет! Видите, какой привет. Месяц, заряд хорошего настроения. Ребенок сидел там, рисовал. Ой, сердечко. Сердечко. Сердечки, да. Ну, слушай, я просто. Короче, это был Денис Зимченок, человек супер позитивный. Никого он в прямом эфире не мучает, он действительно дарит позитив. Зем, спасибо тебе большое. Остаемся на связи, сидим дома, если что. Что пишет? Да прикольно, да, с котом можно, да с чем угодно можно. Все зависит от вашей фантазии. Главное, что, да, сейчас такие времена, когда многие почему-то начинают грустить, а еще хуже паниковать, что вот что нам делать и так далее. Призываю в первую очередь не грустить, не паниковать, оставаться позитивными. Психосоматику никто не отменял. Если вы будете сидеть и бояться, что вот как бы не заболеть, не исключено, что вы будете сами вызывать у себя симптомы. Если вы будете оставаться в хорошем расположении духа, то ничего, вас никто не заболеет, и все будет хорошо. Вот это тоже немаловажно.
Спасибо тебе еще раз огромное. Прямой эфир мы обязательно сохраняем. Кстати, обзор будет на ZTV, на который вы должны подписаться, чтобы помочь нам набрать 100 тысяч подписчиков. Да, и все будем. Это же так просто. Вот. Зем, спасибо тебе еще раз большое. Не болеем, всем сидим дома. Ну и в ближайшее время, я думаю, что еще обязательно с кем-нибудь мы поболтаем. Так что всем пока-пока. Сидим дома, не болеем. Всем удачи, счастья. Пока. Пока-пока. Артём Вольвич, я туруруру, Артём Вольвич, я туруруру, Артём Вольвич, я туруруру, я малыш. Я земчонок, туруруруру, я земчонок, туруруруру, я папуля, туруруруру, малыша.